В картинной галерее открылась выставка председателя секции «Орнаментная живопись» Евразийского художественного союза Владимира Пронина. На персональной выставке представлено более сотни лучших работ художника. Особенность картин в том, что в них зашифрован специальный QR-код. Наведя камеру смартфона, можно ознакомиться с информацией о конкретном произведении и творчестве автора. Автору удалось соединить реализм и декоративную живопись. И это настолько удачно, это его авторское направление, орнаментальный неосимволизм. И здесь вы можете увидеть и традиционные сюжеты, но в то же время и украшенные. Очень много гостей, которые уже посмотрели на эту выставку, сравнивают это и с иконами нашими, да, и с такой вот действительно русской какой-то уникальной, щедрой душой, которая, в общем-то, готова поприветствовать каждого в этом зале. Здесь можно увидеть и Георгия Победоносца, например, да, и образ женщины в совершенно различных вариациях. Она и бабочка, она и времена года, любые абсолютно. И здесь мастер действительно очень красиво, ярко, нежно, с душой передает все наше богатство. Здесь и природа России. Можно очень долго каждую картину рассматривать и найти что-то свое. В день открытия выставка «Новые краски России» бесплатная. Она будет работать до начала августа.